будет сегодня. Я бы на эти самые хотел продолжить. Контроль глотевого сгиба. После контроля локтевого сгиба будете контролировать плечо. Создавайте маленький вопрос, как он подходит. Потом уже раз. Движение назад. Разворот. Сейчас нога не уйдет. Для, скажем так, сколько у него движений, столько же у меня. То есть у него один шаг, у меня разворот. И здесь уже раз. Он меня вытесняет, я ухожу. И вот здесь как раз меняется плечи. В идеале, конечно, садиться на оба колена, когда ваш центр опустится ниже. Старайтесь, пожалуйста, тоже из центра падать. Так, коллеги, не надо. Движение опять у меня. У меня появляется другая рука. Либо, не отходя и не сталкиваясь, вас сразу. Вы приняли движение. Два. И здесь уже. Состояние, чтобы ваши руки были всегда собраны, не сильно выдавливают. Я стою по отношению к его центру. Скажем так, я был очень любезен, да, не сделал скид. Но сильная голова. Продолжается ваше движение из этой же точки. Два. Раз. Теперь, здесь очень хитрый момент. Если локоть пойдет вниз, вам нужно будет делать какую-то другую технику. Если у вас появилась возможность или локоть отдали, тогда вы делаете. Давайте.
Благодари, блин, Тиму, блин, задней ногой. Убись. То есть мне не прям хорошо. Мне его выдолбить назад очень проблематично. То есть если я буду именно. Поэтому здесь мой центр опускается. А потом уже идет движение в него. Опасно на самом деле, если вы будете делать это вот здесь. Поэтому проследите, что вы за его спиной. И опять же, у меня будет дистанция. Я его уже не почувствую. Вот, вот.